Померились лошадиными силами, снесли City Light. Взяточники в рыбоохране и ВУЗе. Об этом далее в короткой сводке новостей. 30 мая около половины седьмого вечера в районе Малого рынка задымился трамвай. Об этом службу 101 сообщил случайный прохожий. Прибывшие на место спасатели установили, произошло короткое замыкание электропроводки, но обошлось без дальнейшего горения. Инцидент, но уже с пожаром, произошел накануне в одном из гаражных кооперативов в Энергодаре. На площади 12 квадратных метров горел автомобиль Volkswagen Passat и другие вещи. Спасателям понадобилось полчаса для ликвидации пожара, но горевший автомобиль, очевидно, восстановлению не подлежит. Гонки по ночному проспекту закончились аварией. Автомобиль BMW и Tesla, двигавшиеся на высокой скорости, столкнулись в районе остановки общественного транспорта по улице Столяров, пишут интернет-СМИ. Теслу выбросило на разделительное ограждение, где она снесла City Light. По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники Управления защиты экономики нацполиции задержали одного из работников областного управления рыбоохраны. Тот требовал от директора одного из предприятий по ловле рыбы 20 тысяч гривен за непривлечение его к админответственности. Чиновника задержали во время получения взятки. Еще одного взяточника, заведующего кафедрой одного из запорожских вузов, полицейские задержали на горячем во время получения им от студента 8 тысяч гривен. Эти деньги должны были стать платой за решение вопросов по сдаче зачетов и курсовых работ, сообщают в полиции.